Какой бизнес открыть в эпоху дистанционного обучения и удаленной работы? Как зарабатывать по 3000 долларов в месяц на онлайн-обучении? Мы ищем партнеров, которые будут с нами в своем регионе сдавать такие студии в аренду и продавать их учебным заведениям. Меня зовут Семен. У нас с командой 3 видеостудии в Москве, которые мы сдаем в аренду. За последние только 12 месяцев мы продали более 60 видеостудий в странах СНГ. Сейчас мы ищем партнеров, будем подробно рассказывать, как запустить такую видеостудию с нуля. И самое главное, продавать ее и зарабатывать на этом. Мы будем говорить о видеокамере, о таком стекле. Вы получите чертеж, чтобы запустить производство в своем регионе. А главное, мы научим вас сдавать такие видеостудии в аренду, продавать их учебным заведениям и зарабатывать 1000 долларов в месяц чистыми. Оставляй заявку, где мы обсудим новое успешное направление, на котором ты сможешь зарабатывать 1000 долларов в месяц. Используй новые технологии.